Among the Sleep – расширенное издание. Это новая улучшенная версия удостоенного наград жуткого приключения. От первого лица вы играете за ребенка, который оказался в странном кошмарном сне и должен найти маму. Новая игра. Как вы думаете, что это такое? Нажмите на паузу и напишите в комментариях, пожалуйста. Hey, sweetie, did you finish your drink already? Careful. Ой, осторожней, она может разбиться. Это займет всего минутку. Мамочка только проверит, что с тортом все в порядке. Опа, мы можем поиграться. Ла-ла-ла-ла-ла. Давай посмотрим. Так-так, прекрасно. И что? Я могу. О, посмотри на себя, ты очаровашка в своей пижамке. С днем рождения, сладкая. Сегодня тебе 2 годика. Я уже боюсь, что это за липкая субстанция нахер. Фе, бляй! Here it comes through the tunnel. Choo-choo. I'll be. Я скоро вернусь. Мне кажется, я кранты. Что такое? What the fuck? Что ты положила в торт? Помогите мне, милая. Смотри, что я нашла. Что же это может быть? Пойдем наверх и посмотрим. О, сколько кусков ты съела. Да-да, что-то там такое. Ух ты, какой амулет красивый. Можно ниже глаза опустить. О, боже. Ой, ты бози. Ух ты. Так реально прикольно, прикольно. Воу. Мне уже страшно. Мои мурашки по всему телу. Sleep. Here we are. Now let's see what's inside. Давай посмотрим, что внутри. Может, это новая игрушка? Давай. Она. Так, сладенькая, будь паенькой и поиграй немножко сама. Мамочка скоро вернется. Гуки-гаги, каки-пуки. Яааа, бля. Иди сюда. Ай, такой тяжелый. Ух ты. Полегче там. Ты кто такой? Я труба шатал, твой родитель.
Так, опачки, тут тайный проход, а ну си. Нахер. Опа, используйте левый control. Ползком двигайтесь быстрее. Спаться. Ой-ой-ой-ой. А я умная девочка. Опачки. Используйте левый shift, чтобы перейти на бег. Опа, хочу паровозик. Прикольно. Ну, конечно, я хочу коробку, ну. Шам, ну, и что у нас? Что? Там ничего нет. И что теперь? Мама, там ничего нету, я хочу что-то там. Я буги как я хочу. Не достаю. Пошли дальше смотреть. Так, это я рисовал по-любому. Ой, какие рисуночки красивые. Оно. То она шарик. Он постоянно какает у мамы на кухне, она его ругает. Так, что у нас тут еще есть? О, шарика села птичка. Но мама сказала, он убежал. Удерживайте левый маус и перемещайте маус, чтобы открыть сундук. Эй, ты меня нашла? Что мама мне в торт положила? Меня зовут Тедди. Очень приятно. А как тебя зовут? Меня зовут Буги Каки. Все еще не разговорчивая. Давай поиграем. Давай. Придумал, ты отвернешься, а я спрячу розового слона. Иди сюда, отвернись и закрой глаза. Я шатаю тебя, слышишь? Ты мне не нравишься. Ага, нажмите Escape. Продолжить. Вот можешь искать. Эй, ты, блядь, не подходи сзаду, блядь, я боюсь. Хер знает, что у тебя там у медведя в уме, блядь. Нет, все еще холодно. Что ты, косолапый, на, полип. Блин, о, тут по-любому. Ага-ага. Опачки. Не хочу я туда заходить. А шо? О, вот он, ёпта! Я нашёл! Нашла, то есть я нашла! Ты нашла его! Буги Кака! Ого, это музыкальная шкатулка, она работает? Сейчас все будет, подожди. Оп. Оп. О. Я умная девочка. Не, мы должны это разъебать, алё. Nice. Какая приятная мелодия. Бля, медведь, ты меня пугаешь. Что мама в торт положила? У меня много вопросов к ней. Где она, блин? Воу-воу-воу. Аккуратно, у меня есть кегля, ё-моё. Попро... Бля, проебал. А что это такое?
На засушливом холме стояло 5 животных, страдающих от жажды. Как же хочется пить, пропели они и начали копать. Если мы не найдем воду в этом колодце, распрощаемся друг с другом навсегда. Ши ебануты. Ебать он ебанутый. Давайте меня пугайте уже, алло. Он работает? Как его запустить? О. Да, лезь, короче, обратно ты в коробку, не нравишься ты мне. О, вот так нормально. Слушай, посади меня к себе на... Куда, блядь, ты чё, косолапый, ебать, посадят тебя нахер. За такие эти, блин. Я еще несовершеннолетняя, бля. Как насчет твоего шкафа? Ты чё, блядь? В шкаф меня тянет косолапый. Начало напитки, а потом, блядь, по себе прелести, алё. И шо? Нравится мне этот шкаф. Нужно, чтобы было темнее. Закрой дверь до конца и... Мне кажется, косолапый что-то задумал. Чудесно. То, что нужно. Вау. Надеюсь, тут нет чудовищ. Да по-любому нет. Это шо, насрал, блядь, кто-то чё? Хлопай, ты насрал. Если тебе станет страшно, просто обними меня покрепче. F. Я... Шо там шуршит, алё? Хлопай, что это такое? Сомневаюсь, что нам следует тут находиться, а мы должны быть осторожнее, мне это не нравится. Что это за плащи, блин? Мама знает, что у меня тут некрасивые плащи в шкафу, блядь. Я в Нарнию не попаду сейчас. Опа. Так, мне кажется, сейчас скример вылезет. Ё-моё! Кто здесь? Пошёл нахер! Я тебя не боюсь, я, блядь, уже взрослая. Ты слышишь это? Кажется, что-то приближается. Ё-моё! Чуть можно личинку отложить. Играешь со своим новым другом? Hello, Mr. Bear. Привет, nice медведь! Я тоже ела торт, я тоже подкумаренная. Не нужно прятаться от мамочки. Birthday, с каким-то мишкой непонятным в шкафу. А теперь пора в кроватку. Если ты сейчас заснешь, завтра сможешь проснуться пораньше и будешь играть со своим новым другом весь день. Мальчики и девочки во всем мире уже спят и ждут только тебя. Не нужно их задерживать. Спокойной ночи, милая. Сладких снов. Бля, и косолапого положила еще, блин. Так, на этом мы, наверное, и закончим наши приключения в супер-классной игре. Если хотите продолжение,
Пишите комменты, ставьте лайкосы. Всем до новых встреч. С вами был Розе. Всем пока.